8 августа 2008 года открылись 29-е летние Олимпийские игры в Пекине, Китай. Было построено и реконструировано 37 олимпийских объектов. Ну а главной спортивной ареной стал стадион под названием «Птичье гнездо». На подготовку к играм было затрачено 44 миллиарда долларов. Часть из них, около 4,5 миллиарда долларов, ушла на строительство третьего терминала международного аэропорта в Пекине, его инфраструктуры и вспомогательных сооружений. 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру, ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. 8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Холодильные конструкции придумывали и раньше, в основном они действовали за счет покупного льда. В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 1960-е годы. До этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды. В этот день родились Вера Засулич, русская революционерка и писательница. Александр Ханжонков, русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности. Святослав Федоров, советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург. Юлий Гусман, советский и российский кинорежиссер, теле- и радиоведущий, основатель премии «Ника».